Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу с вами поделиться вот такой вот интересной блузой. Картинку эту я нашла в Пинтересте. Блуза мне очень сильно понравилась, вот я купила специальную ткань, чтобы отшить себе подобную блузу. Конечно, она не будет точь-в-точь, как здесь на картинке, но здесь что удобно, что есть все размеры. И вот я для вас тоже сделала вот такой набросок, эскиз. Вот если вот здесь плохо видно, то можно будет посмотреть здесь. Для вас я это все сфотографирую и закину ВКонтакт, скорее всего. За ткань у меня идет такой тонкий штапель с интересным рисунком. Лицевая ткань у меня выглядит вот так вот. Получается, я уже все подготовила к раскрою ткани. Мерки этой блузы будут немножко отличаться от картинки. Поэтому в течение процесса я буду говорить, сколько и где я что откладываю. Вот идет моя ткань, я ее сложила в 4 раза. Получается, здесь я в 2 раза сложила и еще раз пополам получилось. Получился у меня вот такой вот прямоугольник, и сейчас я приступлю к самому раскрою. В самом верхнем углу, вот сюда в сторону, я откладу 8 сантиметров. Откладываю 8 сантиметров и вот сюда вниз откладываю 2-3 сантиметра, чтобы нам нарисовать горловину спинки. Горловину полочки я нарисую и оформлю, когда я саму выкрою кофту. От 8 сантиметров у меня получается отложить сюда, ну, примерно 45-46 сантиметров. Вот я откладываю сюда в сторону 46 сантиметров. Теперь из этого угла я вот сюда вниз отпускаю 18 сантиметров и плюс 1 сантиметр даю на припуск. В конечном итоге я отпускаю сюда 19 сантиметров. Теперь вот сюда вот в сторону на картинке написано то, что нужно отложить 60 сантиметров, да? Смотрите, у меня получается вся ширина ткани идет здесь 55 сантиметров, и вот здесь вот идет некрасивая кромка. Поэтому по идее, на мой размер, у меня идет размер XL 50-52, но в конечном итоге я одеваю 48-50 иногда. Смотрите, у меня, по идее, мой размер идет 32 сантиметров. Вот это вот идет мой объем. Я решила, что я добью до 45 сантиметров, вот до вот этой точки. Вот здесь у меня, вот видите, уже конец ткани. Ну и плюс я добавила 1 сантиметр, и вот этот вот остаток ткани, который у меня здесь и есть, я его, наверное, пущу на манжеты, на маленькую манжету. Ну, в общем, посмотрю сейчас, как будет. Ну вот пока для себя я отмечаю 46 сантиметров. Теперь нашу линию, где у нас был рукав, и нашу боковую линию я соединяю, получается, плавной линией. Плавной линией иду и отпускаю вот сюда вниз. Получается, у нас как целенокраенный рукав будет. От этой точки вот сюда вниз тоже откладываем 46 сантиметров и выкраиваем нашу вот эту вот линию, ставим нашу горловинку, и у нас уже будет практически готовая выкройка. В общем, вот так вот у меня получилось. Я вот выкроила. Вот у меня идет маленькая моя горловинка. Я и на спину, и на полочку выкроила в таком виде. На полочку сейчас надо будет углубить. Получается, смотрите, как удобно. Здесь у меня, получается, нету вот этого среза, чтобы стачивать на рукава. И вот идет моя линия. Вот сейчас вот здесь только один шов сделать, и практически блуза уже будет готова. Ну и я здесь уже низ осноровила. Низ осноровить надо, тоже подгнуть. Шов под гибку и прострочить. И сделаем, наверное, манжету. И сейчас будем углублять горловину на полочке. Вот так вот я положила, получается, полочку с полочкой. Здесь у меня спина будет. И вот моя идет горловина. Теперь в области плеча я заколола иголочкой. Идет центр моей полочки. Я отсюда вниз откладу 20 сантиметров. И эту точку я соединю с этой точкой. И получается, у меня будет V-образный вырез. Вы же какой хотите вырез сделать. И хотите, можно вот такой сделать, полукругом. Можно какой-то фигурный, ну, своеобразный, как бы это на любителя, да? Я сделаю обычный V-образный вырез. В общем, смотрите, как у меня уже получилось. Вот моя горловина, вот мой рукав. И вот сама моя блуза.
А теперь смотрите, здесь вот по эскизу, по модели, да, вот как можно посмотреть в Пинтересте есть. А здесь вот смотрите, у них есть средняя линия блузы, у них есть линия на талии, да, плюс у них есть карман, да. Вот я вот вам побольше могу показать, здесь я вам изобразила, да. Но я считаю то, что ну зачем все усложнять, да, зачем делать вот эти лишние линии, когда можно обойтись вот так вот, как бы на раз, два, три сшить блузку. Поэтому в моем варианте у меня не будет здесь такой вот линии посередине блузы. И вот у меня идет вот эта моя линия талия. Здесь, если вы хотите, вы можете настрочить карман. Я этого тоже делать не буду. Я не люблю карманы, которые находятся в области живота, как бы они зрительно увеличивают. Поэтому мне вот эти карманы здесь абсолютно не нужны. Поэтому у меня получается вот такая вот простая блуза. Единственное, я сделаю вот здесь манжету сейчас. Стачаю все. Я вам сказала, что вырез 20 сантиметров, вот как здесь показано на картинке, да, сделать. Вот у них написано, да, 20 сантиметров. Но для меня это, честно говоря, это немножко глубовато получилось, поэтому я немножко это зашью. Может быть, сюда, вот сюда какую-то ткань другую настрочу черным цветом, потому что как бы немножко получилось слишком открыто для меня. И вот эту вот горловинку я все обработаю беечкой, либо обтачкой. Ну, в общем, посмотрим, как получится. И конечный результат вы можете увидеть уже совсем скоро. Смотрите, что у меня получилось. А получилось достаточно интересно. Я сначала уже все швы, все обработала. Вот сделала вот такую вот надставочку. Очень интересно получилось. Горловину, все вот эти вот срезы я обработала московским швом. Вот идет мой рукав. Вот я сделала сюда маленькую манжету. Вот идет у меня манжета. И получается вот этот вот срез, я вот его стачала, обметала. Все срезы я заутюживала в сторону спинки. Низ я вот так вот тоже обметала, загнула и прострочила. А так как с изнанки вы можете видеть, что ткань идет слегка беловатая, поэтому я не стала менять нитки на верлоке и вот обметала все я это белым цветом. Ну, в общем, получилось достаточно интересно, просторно. Такая блуза отлично подойдет для всех любителей оверсайз. Она идет такая немножко в стиле боха. И такая блуза отлично подойдет для мусульманок. Единственное, конечно, здесь рукав стоит еще брать ткань и вот сюда настрачивать, доставлять ткань. У меня просто всего лишь был 1 метр ткани, поэтому вот я в 1 метр и уложилась. Если же вы приобретете ткань 1,5 метра, то вот сюда остаток ткани можно будет притачать, и у вас будет удлиненный рукав. И тогда блузка отлично подойдет для мусульманок. Ткань выбирайте легкую, дышащую, чтобы вам не было жарко летом и комфортно было осенью либо весной. Надеюсь на то, что вам видео понравилось. Если это так, то поддержите меня лайком. Пишите мне ваши комментарии, мне будет очень приятно вас почитать. Всем я вам желаю хорошего настроения и всем пока-пока!